Итак, мы продолжаем нашу программу. Я благодарю слушателя за звонок. Ну, вы понимаете, что Сальников, Сергей Сергеевич Сальников, он играл, да, начинал в московском «Спартаке», потом играл за «Зенит» Ленинград, потом 46-го, после войны 46-го по 49-й год играл за московский «Спартак». Но с 50-го по 55-е года он играл за московское «Динамо». Там была такая история, что его отчима посадили, и он считал, что переход в «Динамо» поможет судьбе его отчима. Правда, это не помогло, и потом в 55-м году заканчивал карьеру он снова в московском «Спартаке». С 55 по 60 год он сыграл 114 матчей за московский «Спартак». Ну, у меня почему-то в памяти осталась московская «Динамо», так что, в любом случае большое спасибо за поправку. Теперь давайте переходим к НХЛ. Ну, что говорить, матчи здесь очень интересные. Одно удовольствие наблюдать за матчем, что не матч, то драма. Сегодня, значит, Тампа будет играть с Каролиной. Значит, 3-1 ведет Тампа. Но вы знаете, что очень сложный момент. Ведь играют, Тампа будет играть сегодня в гостях. И им очень сложно побеждать в решающем матче. Потому что в любом случае, я уверен, что Тампа в этой серии одержит победу. Тампа в великолепной форме. Но, вы знаете, с огромным уважением я отношусь к тренеру Каролины родом Бриндамором, который это был великий хоккеист, кстати, боец. И команда играет с такой самоотдачей, что легко Тампе сегодня точно не будет. И когда Каролина прижата к стенке, им терять уже совершенно нечего, вот тут они бьются со страшной силой. Так что матч будет очень и очень интересный. Конечно же, Тампа, на мой взгляд, один из сильнейших клубов и самый реальный претендент на победу в Кубке Стэнли. Но все непросто. Что интересно, вы посмотрите, вот я совершенно случайно сегодня наткнулся на такую информацию, о которой я никогда не думал. Вот Никита Кучеров, это один из лидеров Tampa Bay, который, кстати, был выбран только во втором раунде драфта под 58-м номером. Вот на сегодняшний день он сыграл 100 матчей в плей-офф. За это время он набрал 112 очков. И вы знаете, что за этот период это первое место в НХЛ. Ближайший преследователь Кучерова, он его опережает на 26 очков. Это Сидни Кросби из Питтсбурга. У того 86 очков. А дальше разрыв еще более существенный. Там Малкина 77, у Виктора Хедмана 75 очков, Овечкин 74 и так далее. И в текущем плей-офф Кучеров занимает первое место с 17 набранными очками. Он забросил 5 шайб, сделал 12 результативных передач. Он, по этому поводу он на 3 очка опережает Дэвида Пастерняка из Бостона. Очень интересная борьба идет между Колорадо и Лас-Вегасом. Вы помните, первый матч, значит, Колорадо выигрывает 7-1. Но тут были свои причины, потому что Колорадо выиграла свою серию 4-0, и они отдыхали, а Лас-Вегасу пришлось драться буквально 7 матчей, и они еле-еле вышли в следующий круг. И вот тут есть, опять же, интереснейшая статистика, которая сегодня мне попалась на глаза. Значит, с 2001 года в плей-оффе, в
плей-офф, прошу прощения, 6 раз встречались команды, одна из которых в предыдущем раунде победила в 7-м матче, то бишь ей пришлось играть в 7 матчей, а другая завершила серию в свою пользу со счетом 4-0, то бишь всего 4 игры и долго отдыхали. И вы знаете, какая статистика этих противостояний? 6-0 в пользу команд, которые выигрывали в 7-м матче. Так что 7-я такая серия играется прямо сейчас, потому что Вегас победил 4-3 Миннесоту, а Колорадо разнес Сент-Луис 4-0. Так что, конечно же, от Колорадо ждем, если в первой серии первая тройка ихняя, первое звено Лендескок, Маккинон и Рантанен просто разрывали своих соперников на части, то сейчас они в этой серии не набрали ни одного очка в равных составах. И, значит, они играют в Лас-Вегасе в основном против первой тройки Пачиаретти, Стивенсона и Стоуна. Но самое интересное, что второе звено Лас-Вегаса просто играет фантастически. Маршеса, Карлсон и Смит, они сейчас буквально разрывают Колорадо. Так что счет в этой серии 2-2. Ну и посмотрим, как будут развиваться события дальше. По крайней мере, после вот этого проигрыша 1-7, то Лас-Вегас имеет преимущество, несмотря на то, что они там в овертайме проиграли вторую встречу, но 2 встречи дома они выиграли. Посмотрим. Нью-Йорк Айлендерс сейчас просто в шаге от выхода в полуфинал Кубка Стэнли. Вчера они одержали победу 5-4 над Бостоном. Тут тоже очень интересный момент. Они как-то... Айлендерс в этом сезоне... Очень волевая команда. Как только они уступали в счете и в Питтсбурге, и с Питтсбургом, по-моему, 2 раза, с Нью-Йорком, с Бостоном, они же вот выиграли матч, они опять проигрывали 1-0, но тем не менее они выиграли. И что у Айлендерс очень сильно, вот я заметил, это ситуация с вратарями. Вы знаете, что там не пошла игра у Варламова, его заменил Илья Сорокин, который одержал 4 победы. Потом наоборот, Сорокин посыпался, тут же вышел Варламов, который великолепно играет. Так что... Счет 3-2 в этой серии в пользу Айлендерс. Ну и остается 1 победа. А вот Монреаль выиграл все 4 матча у Виннипега. Вчера они одержали победу 3-2 в овертайме. И тут тоже интереснейший момент. Посмотрите. Команда, которая заняла 16-е место, в последнее 16-е место для выхода в плей-офф. Команда, которая вот в последних матчах, они там выиграли 1 игру в регулярном чемпионате, 1 игру из 9. Они попадали в Торонто 1-1.